Вы отстранены. Я не управляю. Мы просто пока вас физически силами приняли, не вынули отсюда еще. Что значит пока? Мы уж терпим пока. Терпение наше вы испытываете. Иди терпи, он в кустах терпи. Иди терпи, будете разговаривать со своей женой и своими родными близкими. Понятно? А я сотрудник полиции. Какой ты сотрудник полиции? Ты вообще позоришь. Позоришь погоны. Не будьте добры, сотрудник полиции. Да не буду я добр к вам. И зовут меня Роман Олегович. Нормально общайся. Зовут меня Роман Олегович. Обращаться ко мне требую только так. Палец уберите. Только так. Сейчас я управляю? Что такое управление транспортным средством? Это вы в Организации Объединенных Наций господину Пан Ги Муну напишите и спросите у него. Вы нормально с человеком общаетесь? А Верховный суд уже все это разъяснил. Вы с человеком если нормально общаетесь? Если вы слабо грамотны, это ваше право. Силы противника большие, опять вернулись эти, которые уезжали. Сейчас все ко мне к окну подходит. Да. Здравствуйте. Добрый день, Солнечногорская, Евгений, инспектор Климанов. Дайте я скажу. Передайте. Нет, передайте, потом будете говорить. Вы говорите, буду, передайте. Я передам согласно процедуре законной изъятия вещей. В отношении вещей. Вас мы применяем физическую силу. Нет. Держи. Давайте. Ну что, это машина? Значит, вы будете задержаны, доставлены в отдел полиции. Ключ сюда, забирай. Что вас не устраивает? Проходите к нам. Время. Я подожду. Вы паспорт верните мне. Удостоверьте, что это я, и паспорт верните. К нам проходите. Вы паспорт мне верните. Проходите к нам. Я у себя уже. Временных разрешений сейчас не выдают. Я знаю. Но что мне показывать, где ваше водительское удостоверение? Ну здесь все написано, вы не хотите смотреть. Там все написано, где оно, почему, когда. А страховой полис у вас имеется? Все имеется. Предоставьте, вы пожалуйста. Вы же не просите? Вы мне паспорт вернете? Нет. Вообще не вернете? А он нужен будет для оформления материала, кстати, 12.7, часть 1. То, что вы права управления не имеете. Угу. Мы проверили вас по базе данных через дежурного нашего. Да, да. И установили, что ваши права закончились в 2007 году. А я не по правам езжу, я уже вам показал, по какому документу я... А на максимум 2 месяца действует. Какого постановления вы ждете? Чего вы взяли, что 2 месяца? Где вы это нашли 2 месяца? В базе это все указано. Причем тут база? У меня есть документы, в которых... Предоставите страховой полис? Конечно, предоставлю. Будьте любезны. Выполните пункт правил 2.1.1. Я сказал, все предоставлю. Что вы? Полис-то действительно? Да. Вам нельзя с таким временным разрешением ездить? Да почему нельзя, вы мне скажите? Потому почему? Что его выдают на 2 месяца. Ну, его надо продлевать. Вы сами сказали, что раньше нет. Раньше было. Да не раньше да было. Нет, максимальный срок 2 месяца. 2 месяца, там даже написано на нем. Где написано? Ну, найдите, где написано, что оно... Ну, здесь... оно у вас такое старое. И что? Так что? У меня и паспорт может быть в 25 лет выдано, и что? И вы скажете, а мне уже 35, и мне не надо, да? С ним ездить. Ну, у вас водительское удостоверение закончилось ваше. При чем тут водительское? Ваше вы видите, что там... Закончилось. Подождите, вы прочитайте, что здесь написано. Ну, вот что здесь написано? Что здесь написано?
документ на право управления. Ну. Взамен. Не... Максимум срок 10-2 месяца. Его да где? Да где? У вас где базе, у вас в базе вообще его нету. Этого, да я знаю. Это у вас нет, а не у меня. Ну. Поэтому мы на вас составляем протокол по 12.7, часть 1. Да составляйте. Вот. Если хотите, потом лишнюю отмену. Какую лишнюю отмену? Суд лишает прав. И у меня сейчас права есть. Не-не-не, у вас водительское закончилось основное. Я вам говорю... на 10 лет. Временное разрешение на право управления и транспортным средством. Это в базе, вы что, не понимаете? Да при чем тут в базе? Выдается на 2 месяца. И их уже да давно не выдают. Да не выдается. Тринадцать, да, их они тем более отменены уже, эти временные разрешения. Хорошо. Вот. Хорошо. Что я должен делать? 12.15, часть 3 вообще написано. Что я должен делать? Когда у меня протокол выписывается, что, я должен, что я должен делать? Когда у меня изъяли водительское и дали временное. Судьи явиться должны были. По протоколу? По повестке. Ну, а я говорю, у меня только протокол. Ну, я не знаю, выдавали вам тогда повестку? Я же говорю, я говорю, у меня только протокол. Что я должен делать, по-вашему? Ну, там написано место рассмотрения в протоколе. Там внизу ходатайство написано место рассмотрения. Ходатайство по месту жительства. Ну, вас вызывали? Нет. Нет, а жду, вы я сами сказал, не жду. Узнали? А что, я должен узнавать? Владимир Викторович, разрешите обратиться. Да, понял, пожалуйста. Значит, объясняю вам, что в соответствии с пунктом правил 2.1.1 Дорожного движения Российской Федерации, значит, проверив вас по единой базе безопасности дорожного движения, установлено, что ваше водительское удостоверение закончилось в 2007 году. Я не... Временное разрешение... В 2013 году их отменили, они уже вообще не действительны. Их нельзя вот. Значит, отменить. На основании этого... Так как вы права новые не получили, ваш срок действия старых ваших водительских удостоверений истек в 2007 году, вот, значит, усматривается нарушение части 1 статьи 12.7 административного кодекса. От управления вы отстраняетесь. Выйдите, пожалуйста, из машины. Составляйте документ. Из машины выйдите. Документ составляйте? Ну, протокол отстранения. Хорошо, все. Сначала протокол, потом понятые, там, я не знаю, что у вас, видеозапись. Да. Давайте. Все. Такси едем обратно. Силы противника большие, опять вернулись эти, которые уезжали. Сейчас все ко мне к окну подходит. Да. Добрый день, Солнечногорская, да. ГАИ, инспектор Климанов, старший лейтенант полиции. Угу. Двое понятых, административный материал, от управления отстраняетесь. Присутствие понятых. Так, Владимир Викторович, значит, протоколом отстранения при двух понятых. Отстраняю вас от управления, значит. А можно вопрос, можно вопрос, который сотрудник ко мне обратился? Ну, задавайте. А вы сейчас ведете видеофиксацию? Да. Забыли предупредить. Но я надеюсь, вы ее приложите потом. Нет, в установленном законом сроки и порядки вы обжалуют все мои действия. То есть, вы будете нарушать, а я просто буду обжаловать? Да. То есть вы выполняете требования обязанности сотрудников полиции, а потом, если считаете, что у вас... То есть вы меня будете бить, убивать, а я буду... Правильно, да, потом будет только пойти жаловаться. Вот как... Да. Так, значит, ознакомьтесь с материалом. Так, вы мне сообщите, место работы официально есть у вас? Что указывает? 51-я статья. Не сообщу. 51-я статья Конституции. То есть не сообщаете, ссылаетесь на 51-ю статью Конституции? Наверное, так, да? Получите немножко юридических тонкостей, вы слабо разбираетесь. Значит, пишите, как хотите. Я буду говорить, а вы уж там... Так. Действительно, я обжаловать потом, да, всего лишь. То есть не повлияю никак. Значит, смотрите, товарищ понятые, протоколом отстранения, значит, Владимира Викторовича от ролевого управления мы отстраняем. Значит, так как у него водительское удостоверение закончилось в 2007 году, оно, значит, у него... истекло срок действия, выдано в 97-м, в 2007-м оно закончилось. Угу. Вот. И все. Вот здесь ваша еще подпись. Лень, дойти до управления. Вот здесь дегалочка. Передать некому, машина будет задержана. Так, эвакуатор тут уже подогнали, я смотрю, какие-то шустрые молодцы работают. Так, да, если передать некому, машину задержат. Так, за копию протокола отстранения будете расписывать? Конечно, буду. Вы меня с правами-то ознакомьте? Сейчас ознакомлю. Вы почему мне не ознакомили меня с правами? Подождите, до этого? Я вас говорю, я вас пока от руля отстраняю. Законом сейчас протокол. Вы подождите, вы когда меня будете ознакомить с правами сейчас моими? Сейчас ознакомим. Фактически проживание скажете? Фактически? Вы с правами меня когда ознакомите? Сейчас оставлю протокол до конца. Вы же в машине сидите, вы не выходите. Ну, процессуальные права, мне кажется, нарушаете. Мне что, жаловаться на вас, что ли? Действительно, потом жаловаться просто? Конечно. Вы же требования
вы обязаны выполнять требования сотрудников полиции. Если вы с чем-то законные требования. Подойди, это пожалуйста. Это не вам решать. Тут, тут уже целая толпа на всякий потом, случай. Потом соответствующая станция разберется. Давай. Выполнять вы обязаны. Давай, согласны, не, подожди. Жалуйте. Ну, пусть снимает тут вокруг, давай. Интересно. Первая Конституция РФ гласит о том, что никто не обязан свидеть против самого себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. А круг вот. Можно уточнить? Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи, освобождаясь от обязанности давать свидетельские показания. Все. Статья 25.1 гласит о том, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу административного правонарушения, вправе знакомить со всеми материалами дела, давать объяснения, предоставлять доказательства, заявлять ходатайство отвода, пользуется юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим кодексом. Значит, дело о административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу административного правонарушения. В отсутствии указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 Кодекса административных правонарушений, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без уведомления. Значит, смотрите, я вам назначаю на рассмотрение дела к нам в ГИБДД, значит, 13 января к 10.00, кабинет 210. Вы будете писать какое-то ходатайство? Конечно. Ну, пишите. Можно листочек и бумажку? Нету. Нету. Вот, есть протокол, есть графа для объяснения. За статьи вы должны расписаться. Объяснение, прошу прощения, это вот это вот две строчки или одна? Две строчки, прошу вас для написания ходатайства. Его нету, перебиваю вас, листочка нету. Закончились. Вчера. Сейчас нету. Но привезите. Нету, не обязаны. Ничем не регламентирую. Вы отказываетесь? Нету. Отказываетесь? Пожалуйста. У вас есть. 186-й приказ. У вас есть. В установленном законом. Ходатайство о направлении материала для рассмотрения по месту жительства. Вот вы отказываете мне сейчас, я буду ходатайство заявлять письменно. Я буду заявлять подожди, письменное ходатайство. Объяснение будете писать? Я пойду ходатайство. У меня... Подожди, как я не отказываюсь? Тогда пишите. Что еще тогда пишите? Будете писать? Вы мне сказали заполнить объяснение. Писать будете? Буду писать. Пишите. У меня не влезет. Значит, пишите. Давайте напишу. Напишу. Я там напишу. Вам хуже будет. Вам хуже будет, если я напишу, что вы мне отказали. Пишите, что дайте листочек еще раз. Нету, говорят. Вот, есть графа. Вы мне все даете или что-то одно? Руки вообще не дадим. Это правильно, мы отстранили при понятых. Вы меня еще не отстранили. Уже отстранили. При понятых. Куда вы лезете? Куда вы лезете? В машину. Отстраняю вас от управления. Я где буду писать протокол? Кидайте. Вы меня еще не отстранили. Отстранили уже. Я еще не тык, я вас отстранил. Вот, здесь расписывайте за копию отстранения, я вам его вручаю. Давайте. Ну такая хренотень. Не расписывайтесь, а ознакомьтесь. С протоколом я ознакомлюсь. Я вас уже ознакомил. С чем вы меня ознакомили? Вы мне сказали, что у вас есть протокол? Нет? Это супруг ваш. Да, я соответствующая станция, временочку сниму его. Временочку-то ваша, где? Для истории. У вас со слухом нормально вообще? Как допускают управление? Вы будете мне мешать? Это вы нам я ознакомлюсь. Отойдите вы отсюда. Я отойду. Отойдите, отстранены. Я ознакомлюсь с протоколом отстранения. Я еще не отстранен. Это вы так считаете. А вам объясняют, что при понятии... Тем более я не управляю. Я не управляю сейчас. Вы управляли на момент остановки. Сейчас я управляю? Что-то управление транспортным средством. Это вы в Организации Объединенных Наций господину Пан Ги Муну напишите и спросите у него. Вы нормально с человеком общаетесь? А Верховный суд уже все это разъяснил. Вы с человеком если нормально общаетесь? Если слабо грамотны, это ваше право. Правда, плохое. Если вы юридически слабо грамотны. Поэтому мне нужен защитник. У меня есть ходатайство о защитнике. Что у вас? У меня ходатайство о защитнике. Дайте мне листочек бумаги, я напишу. Говорят, нету. Ну это вот... Ваша проблема, правильно. Это ваша проблема, что у вас нет листочка с собой. Все. Здесь вот в графе объяснения в административном протоколе. Сними как. В протоколе об отстранении от управления транспортным средством. Здесь только копия ваша нужна. Копия нужна? Конечно. Расписываться будете за копию? Я только за копию. Вас все совсем ознакомили. Я же прочитали. Я за копию расписываться будете? Я ознакомился. Что я отказался? Дайте мне ознакомиться, я не пойму. Да. Что это? Дайте я ознакомлюсь. Не, ну пусть. Что за ерунда? Сам себе ерунду. Знакомьтесь.
Вы одинакового звания, а явно вот блещете каким-то, не знаю, звездой хотите стать. У меня вопросы к вам. Санкт-Петербургского района, старший лейтенант полиции Щербаков? Щербанов. Он представлялся вам. Удостоверение не видел? Удостоверение не видел? Вы не требовали, хорошо. Можно сейчас проверить? Я проверю. Нет проблем. Это вы для Ютуба собираете, да? А вы для чего собираете? Это доказательная база. Для жены забираете? Суд любой инстанции. Дальше нет, полиция Щербанов Виктор Викторович, инспектор ДПС, он выйдет, Санкт-Петербургского. Да действительно, вы, да. Не, в Ютубе бледно выглядите. Вы будете меня долго отвлекать? Ну вы это нервы трепете. За копию расписываться будете? Расписывайтесь. Нет, мы с Пишем отказались. Что всего значит доброго. Я расписываюсь? Я ознакомлюсь. С пешочком на электричке в Москву. Идите общайтесь так со своей женой. Скорее вы. Я вам еще раз объясняю. Кто этот человек? Вы меня вроде как... Что это человек? Что он делает? Что он меня отвлекает? Не трепите нервы сотрудника. Сделайте нормально, чтобы я подписал все оформление. Уберите его. Давай. Уберите этого неадекватного гражданина. Я буду решать. Убирать вас. Кто вы такой-то? Я сотрудник, я представлялся. Дайте удостоверение. На эту видеозапись. Удостоверение предъявите. Без проблем. Я вообще не понимаю, зачем вы его прислали? Вы нормально мы общались? Да, там вы... Это вы трепали говорю, нервы, а мы приехали для оказания помощи. Я вам говорю одно, вы говорите другое, составляете документы, а этот пришел какой-то перебивчик. Вы будете общаться со своей женой. Птица пересмешник какой-то. А ко мне будьте добры, сотрудник полиции. Да не буду я добр к вам. И зовут меня Роман Олегович. Нормально общайся. Зовут меня Роман Олегович. Обращаться ко мне требую только так. Палец уберите. Только так. Деньги уберите из удостоверения. Старший лейтенант полиции Климанов Роман Олегович. И только так ко мне обращаться. Инспектор ОМВД России по Санкт-Петербургскому району действительно до февраля 2021. Осталась подпись за копию. Я больше вот инспектор, общайтесь, вы вообще тут посторонние, уйдите общаться отсюда. Общаться вы будете с кем хотите. Уйдите отсюда, вы мне мешаете ознакомиться с протоколом. Если вы так, Роман, психически вы не здоровы, я говорю, вам делать нечего здорового. Клоунада какая-то. Знакомьтесь. Вот это вы устроили. Что, давайте я вас ознакомлю, смотрите. Да я сам ознакомлюсь, я вас прошу, что мне не понятно. Дай закройте дверь, мне холодно. В коем случае. Мне холодно. Вы от управления отстранены. Я еще не отстранен, вы вообще... При понятых, вот они стоят, понятые. Все, вы отстранены. Я не управляю. Мы просто пока вас физически силы не применили, не вынули отсюда еще. Что значит пока? Ну уж терпим пока, терпение наше вы испытываете. Иди терпи, он в кустах терпи. Иди терпи, будете разговаривать со своей женой и своими родными близкими, понятно? А я сотрудник полиции. Какой ты сотрудник полиции? Ты вообще позоришь погоны. Тихо, давайте ознакомимся. Расписываться будете? Буду. Ну расписывайтесь. Я ознакомиться сначала должен, за что я расписываюсь. Уберите его, дайте нормально ознакомиться, реально. Все. Ну что это такое? Вы ведете себя неадекватно, я никуда не уйду. Я неадекватно веду? За копию расписываюсь. Вы кто? Вы зачем? Я уже показал вам удостоверение. Вы прочитали его для Ютуба на видеокамеру. Вы какое отношение имеете к составлению этого протокола? Что вы мне мешаете? За копию расписываться будете? Да вот. Так, Рома, у вас все нормально, нет, с головой. Вам нормально. У вас все нормально, нет? Ошибка. Да блин, ну реально, ну уберите его, ну пожалуйста. Ну что это? Я вам хамил, у что-то... У вас все в порядке, с головой, что? Нет? Что он так ведет себя? Потому что вы... Он-то при чем здесь вообще, если вот как мы с вами... Мы вызвали на помощь, потому что вы из машины не выходите. А я должен? Обязаны. Вот вы отстранены, при понятых, вот они. Вот они стоят. Вы, я не выходил... И терпят вашу нервотрепку. Здесь только подпись закупи. Не хотите, не расписывайте. Отойдите, слушай, дайте, я расписываю. Еще минут 30. Напиши, отказался, давай, все. Физическую силу сейчас за ноги выниму, и на этом все. И потом в Ютубе посмотрит себя. Да его все. Потом начальство ваше будет смотреть. Капитана не видать. Я не знаю, уже 10 часов 42 минуты. Вы меня остановили в 9.20. Это опять время, ютубовский вариант. Я по поводу того, что уже час прошел с момента составления. Это ютубовский вариант. Зачем ты терпишь? Эвакуатор ждали, потому что... Зачем эвакуатор? Как зачем? Зачем эвакуатор? Вы не имеете права управлять. Я не имею, а что, другие люди не имеют права? Нет. У вас он даже сознается, что он не имеет права управлять, сознается, понимаешь? Сознается. Продолжает трепать нервы тебе. Вы знакомьтесь с протоколом. Он это признает, что не имеет права управлять. Да, я, говорит, не имею права. Другие, говорит, имеют. Когда я сказал такое? Только что сказал. На видеозаписи, вот здесь все записано. Я говорю, вот здесь все записано. Я не имею, если меня отстранят. Вы вырежете в Ютубе, но вот это останется. Я сказал, что если я не имею... Все понятно, вы за копию расписываться будете? Вокзальная площадь, строение 8, да? Вы привыкли, что вас везде отпускают? Дайте я почитаю нормально.
Помолчите. Не буду. Вы мне не указ. А кто я? Вы водитель, обязан выполнять требования сотрудников полиции. А вы, сотрудник полиции, обязан служить народу. Полиция, я не знаю, где у вас. Это скорее к женщинам. Хамло. Это мой адрес? Или вы так себя называете ласково? Не слышу ответа. Если мой адрес, то присутствие понятых уголовная статья. Вот смотрите. Оформляйте. Это в мой адрес было оскорбление? Вы сами додумываете. Вот. А, додумываете. Тогда это мы предупредили, что ведется видеозапись. А тут ее не указано. Нет, это если без понятых, то не, а зачем отстраняется. А зачем без понятых, а потом, то... когда вы видите, нет, просто, а здесь будет все полное. Просто я о понятых тогда еще не слушал, я спросил специально, вы помните, да, я спросил, вы это фиксируете? Да, чтобы потом продолжили, согласен. Ну давайте впишем хотя бы. Что ведется? Я вам объясняю, то, что материал делает, не будет прикалываться. Почему? Потому... А зачем снимать? Для себя, что ли? Это доказательная база, да? Доказательно, давайте впишем. Не, мы вас отстраняли без видео. Отказывается делать. Вы за всех отвечаете? За меня, за инспектора? Помогаю. Мы вас отстраняли при помощи без видеозаписи. Да ладно. Вы так себя тут обзываете всякими словами нехорошими. Дайте помолчите, дайте я почитаю. Фамилия, конечно, не разборчивая, не знаю. Ну вот, ну, ничего страшного. Кручен. Когда жалуются, пройдите Кручен, там, вызову. Ну вы сами же записали. Кручинкин. Кручинкин. Роман, да, Роман Владимирович? Да. А там остался. Гвоздев. Петр Борисович. Петр Борисович. Тим, статьями ознакомлен. Машину покидайте, отправление вы отстранены. Да, я не отправляю. Все. Не управляю. Так, вы. Так, ну, стоп. Либо. Либо мы будем применять физическую силу и спецсредства. Теперь все. Теперь лафа кончилась. Все, отстраняю. Автомашину покидаем. Вы расписались за копию, копия вам вручена. Автомашину покинули. Хорошо. Сейчас. Собираю. Ручку держите. Да. Я... Где будем оформлять остальные документы в таком случае? Мы примем решение соответствующее. Ну, то есть, мне просто выходить из машины и что делать? Вы отстранены от управления. Ну? Верховный суд, я вам расскажу, вы не знаете. Он пояснил. Я еще ничего тот не момент. Я еще ничего не нарушил. Вы же не составили протокол. Здесь все записано. Нет, подождите. Верховный суд разъяснил вам. Вы просто этого не слышали. И юридически слабограмотно. Он разъяснил, что такое управление. Это воздействие на рычаги и механизмы. Ну, чтобы вы на них не воздействовали, автомашину покидайте. Да, я понял. Сейчас все. Вещи соберу. Верховный просто суд. Просто я еще ничего не нарушил, а вы меня почему-то отстранили. Сначала вроде как я должен был вам нарушить. Вам все объяснили. 12.7, часть 1 административного кодекса. Все, выхожу из машины. Выполняйте время. Ну, закон. Сейчас заберу вещи, могу забрать пожалуйста, вещи ценные? Пожалуйста. Нет, когда дойдет до задержания, это будет соответствующий протокол другой, вы не переживайте. А вообще, могу я вас все-таки попросить, вот все-таки как-то, вот, чтобы со мной один хотя бы общался, а не... Не-не-не, мы конкретно приехали на помощь. Вы неадекватный водитель. Я неадекватный? Неадекватный. Чем я неадекватный? Адекватные водители едут с водительским удостоверением. Адекватные водители, вот, причем адекватные. Документы? Вы, наверное, же супруга ваша с водительским устроением, возможно. Вы... Я не знаю. Вот мужчина с водительским. А почему вы не выяснили? Вот говорю... мужчина с водительским устроением. Вот мужчина с водительским устроением. Да, вы вот. Вы видите, еще трое мужчин, по базе, сотрудников полиции. Все. Тоже с водительским устроением. Аннулировано или... Аннулировано. В 2007 году. Угу. А неадекватные водители, как вы, ездят без водительского удостоверения. Это неадекватные водители. Почему? Что я должен, по-вашему, был сделать? А что, адекватные водители ездят без водительского удостоверения, как нет, и вы? Нет, что я должен был сделать? Когда меня... Что я говорю? Юридическую помощь я не оказываю. Ну тогда идите отсюда. Зачем вы себе юриста, адвоката там? Зачем вы тогда? Кучерену наймите. Все, машину покидаем. Ну я документ, дайте сложить, что вы спешите так? Видите, собираю документы. У меня паспорт, когда вернете? Не сейчас забудьте. Вернем. Так, ключ. Ценные вещи проверю. Кстати, ключик от машины передайте сюда. С чего это вдруг ключ-то вам? Ни с чего, а передайте. С чего это вы? Это законное, ключ отдать? Да, законное. Изъятие. Что изъятие? Ключи не изымают. Изъятие. Ключи не изымают. Я машину закрываю, ухожу. Ну, не, в смысле, не, к вам. Это мы решим, что будем делать с ней. Вы управляете автомашиной, не имея права управления. Я не управляю, отойдите, я выйду. Ключ передайте мне. Дайте я выйду. Ключ передайте. Изъятие вещей, вы меня сейчас изъяли. Мы не изымаем. Вы как? Ну тогда я даже... Службы эвакуации. Отстраняют, не да, изымают. Чтобы не возделать. Кому ключ? Мне. Вот за сотрудника вы это... Передайте мне, я вас отстраню. Хорошо, вот передайте ему. Хорошо, напишите, что изымаете ключи. Можешь протокол. Пишите. Вот я не знаю.
что... Дайте я выйду-то, я не знаю, вы мне... Кто выйдете? Сначала передайте, потом выйдете. Нет, стоп. Блин, я не знаю. Неудобно, да, когда грамотные сотрудники полиции? Неудобно, да? Не, даже вот люди смеются. Мы неудобно. С тобой еще встретимся, дружок. Там с тобой общаться вы будете со своей женой. А со мной Роман Олегович. Перестаньте меня уже задействовать. Во, видите, тоже не нравится. Тоже не нравится. А со мной Роман Олегович. А вы никому не только нравитесь. Только Роман Олегович. Я вам, только. Я вам просто обещаю, что и начальству вы не понравитесь. Либо вы у меня забираете ключ в протокол, либо он у меня остается. Что это? Так, вы будете у меня вещи изымать? Значит, смотрите, я уже раза три говорил вам. Дайте я выйду из машины. Если вы не будете выполнять требования сотрудника полиции, какое? Я вас предупреждал. Любое. Законное. Законное. А законное, незаконное, ключи. Не решать не вам. Значит, как-то не если мне. Вы не будете выполнять, я вас предупреждал, то что в отношении вас будет применена физическая сила и средства. Руку сломать за то, что я ключ держу. Может быть составлен административный материал составляйте. По статье 19.31. Так составляйте, так составляйте. Выполнение законного требования сотрудника полиции. Так составляйте. В данный момент вы отстранены от управления. Я хочу выйти, а вы мне не даете. Значит, сотрудник полиции, инспектор Щербанов, старший лейтенант, от вас требует, так как вы отстранены, передать ему ключ от автомашины. Вы требования выполнять будете? Я вы требования выполняете? Передайте. Вы передайте. Я буду. Передайте. 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 Дайте я скажу. Передайте. Дайте я скажу. Нет, передайте. Потом будете говорить. Я ему... Вы говорите, буду, передайте. Я передам говорите, буду, согласно передайте. Процедуре законной все. Изъятия вещей. В отношении вещей. Вас мы применяем физическую силу. Нет. Держи. Держи. Ну что, это машина? Значит, вы будете задержаны, доставлены в отдел полиции. Ключ сюда. Забирай. Ключ забрали. По 19.31, Михаил, напишите. Все, проходим.